целом на территории Ульяновской области в зимний период будет задействовано 10 030 единиц специализированной техники. За летний период мы понимаем, что нужно повышать уровень содержания дорог. Дополнительно приобрели 100 единиц техники. Особый упор был сделан на надлежащее состояние тротуаров, их содержание. Поэтому вот из 100 единиц, 40 единиц было приобретено техники, которая будет направлена на подметание, на уборку снега, уборку наледи, на тротуарном покрытии. Сегодня все подрядные организации готовы к зимнему содержанию. Ведется приготовление песко-соляной смеси. Из общей потребности по региону в 160 тысяч тонн. На сегодняшний момент порядка 60 тысяч тонн уже заготовлено. Вся смесь будет приготовлена до 1 ноября. Сегодня проводятся проверки по всем дорожно-эксплуатационным предприятиям, их готовности, наличие необходимой и укомплектованной техники, наличие запасов горюче-смазочных материалов, запасных частей, сменного оборудования для того, чтобы уже зимний период мы прошли без проблем.